Просьбы о новом списании части греческой задолженности контрпродуктивны. Об этом в четверг заявил министр финансов Германии Вольфганг Шойбле, который прибыл в Афины с кратким визитом. Выступая перед представителями деловых кругов Греции, он отметил, что страна приобретает конкурентоспособность, но еще многое нужно сделать. «Хочу вас всех попросить прекратить обсуждать возможность нового списания задолженности. Это не идет вам на пользу. Добиться перевода очередного транша кредитов было непросто», – подчеркнул Шойбле. Визит министра проходит на фоне усиленных мер безопасности. В Афинах закрыты 4 центральных станции метро, изменено движение наземного транспорта. Проведение массовых демонстраций запрещено. Главная оппозиционная партия, коалиция левых радикальных сил Сириза, назвала решение властей антидемократическим, говорит депутат Панайотис Лафазанис. Кто он такой, этот господин Шойбле, чтобы приказывать гражданам Греции не протестовать против его присутствия в нашей стране, против его политики по отношению к Греции? Что это за авторитарный режим? Они закрыли центр столицы и даже дорогу вокруг аэропорта, чтобы господин Шойбле не услышал голоса греков. В ночь со среды на четверг греческий парламент проголосовал за сводный закон, открывающий путь к увольнениям тысяч госслужащих, необходимый для получения финансовой помощи от международных кредиторов.